С 4 по 18 июля по утвержденному графику в Черкесске на ремонт закрылись 7 детских садиков. 9 дошкольных учреждений Республиканского центра закроются с 18 по 31 июля. И еще в 4 в августе. Многие родители в замешательстве. На кого оставить ребенка в это время? Ведь летом отпуск предоставляется не каждому. И уж тем более далеко не все могут позволить нанять няню. В лучшем случае остается обременить родственников заботой о своих чадах. Но и этот вариант тоже есть не у всех. Некоторые отвозят своих детей к бабушкам в аулы. У нас такого варианта нету. Но выход все-таки есть. На протяжении уже многих лет сложилась практика, когда детские сады того или иного дошкольного учреждения принимают у себя детей из близ расположенного детского сада. Было много обращений родителей дать дополнительные места в детские дежурные сады. В данном случае к нам вот с 26-го прибыли, с 29-го, с 19-го детских садов. И мы их распределили по группам, по возрастным. Остро нуждающиеся родители, которые работают в этот период и им не с кем оставить детей, могут написать заявление на имя заведующей дошкольным учреждением, куда ходит ребенок, и временно перевести его в другой сад. Те родители, у которых нету бабушки, дедушки, кому можно оставить своих детей, они предоставляют справки с места работы. У нас по договоренности территориально самый близкий наш детский сад – это 8-й сад. Мы отправляем своих воспитанников в этот детский сад. В этом году 15 воспитанникам детского сада «Ивушка» были представлены места в дошкольном муниципальном учреждении номер 8 «Гнездышко». Процедура такова, значит, в понедельник, когда при закрытии наши родители, значит, подходят вместе с нашим методистом, вместе с нашим медработником. Медработник, который несет все медицинские книжки ихние и, значит, определяют в эти группы. Родители отнеслись с пониманием к тому, что мы на 2 недели закрываемся, мы корректно все объяснили родителям. В свою очередь, так называемые дежурные детские сады работают в обычном режиме. Детский сад работает в штатном режиме. Все занятия, которые должны проводиться ежедневно по плану, в летний период, они проводятся, несмотря на то, что мы приняли и принимаем детей из других садов. В течение 2 недель в детском саду Черкесска «Ивушка» усилиями сотрудников был проведен косметический ремонт во всех группах старого корпуса. Побелили потолки, покрасили стены. В раздевалках 2 групп был произведен монтаж потолков и установка новых светодиодных плафонов. Там, где требовалось, частично заменена сантехника. Промывки у нас подлежит канализационные трубы, а также канализационные колодцы. Это необходимо очень в первую очередь. Все помещения и мебель в ходе ремонта были обработаны дезинфицирующими средствами согласно требованиям санитарных норм. Также обновлен фасад самого здания. На эти цели были выделены средства из городского бюджета Черкесска. Детский сад – это практически второй дом для ребенка, поэтому задача каждого сотрудника дошкольного учреждения – создать комфортную обстановку и уютную атмосферу для каждого его воспитанника. И теперь можно смело сказать, что после ремонта во всех группах вновь царит атмосфера тепла и домашнего уюта, и они готовы встретить своих малышей. Мадина Братова, Рамазан Токов. Итоги недели.